следующем году впервые за 7 лет после принятия закона об оленеводстве в Коми может быть решена проблема использования пастбищ. Об этом пишет сегодняшний номер «Российской газеты». На постановку земель на кадастровый учет Минприроды заложит 14,5 миллионов рублей. Сейчас в нашем регионе оленеводством занимаются 5 хозяйств. Ни у одного из них нет договоров аренды на территории под выпас животных. Вот и получается, фактически пасут оленеводы свои стада нелегально. Их, конечно, не штрафуют, но и полноправными хозяевами пастухи и их семьи себя не чувствуют. Этим пользуются кочевники из-за Урала. Они считают земли ничьими, поэтому и перемещаются, как хотят. Они претендуют на все остальные. Вот они как бы считаются, и вот даже между собой на разговоры идут, что это свободные земли, надо их забрать. Ну, для НАО. Ну, это вот такой вообще серьезный вопрос. Войной может кончиться, ничего хорошего это не приведет, конечно. Ну, я так считаю, что это между регионами как бы должен вопрос уже как-то согласовать и решиться, потому что вот эта дискриминация, что коми, оленеводы не относятся к малым народностям, а ямало, ненецкие, они относятся к малым народам, они имеют преимущественное право. И вот, если выставляются на торги, они вообще могут без торгов получать земли. Заметим, усинское общество «Северное», которое крайне беспокойной ситуации, имеет на сегодня самое большое в Коми стадо – около 20 тысяч голов. Компания оформила аренду на 25 лет в Ненецком округе на 500 гектаров, а в родной республике официально не располагает ни одним гектаром. Еще одна проблема, которая требует срочного вмешательства государства – передвижение техники по оленьим пастбищам.